Приветствую всех зрителей канала, меня зовут Юрий, вы на канале Мираж. Сегодня у нас игра под названием My Friendly Neighborhood, что в переводе «Мой дружелюбный сосед», да? В итоге посмотрим, дружелюбный он или нет. Игра с элементами экшена плюс инди, да? Там нужно будет побегать, поискать что-то. Так что будем сегодня тестить, да? Игра у нас еще в демо-версии. И плюс еще нет русской... Ничего русской локализации здесь нету, да? И озвучки тоже, да? Ну, будем смотреть. Что у нас по герцовкам? Все нормально вроде. А play medium. Ну ладно, все как есть я, наверное, оставлю. Будем сейчас врываться в гейминг. Нейв гейм. Смотреть. Сейф на первый слот. Давайте сюда. Нормально будем, да? Да нормально. Нормально будем. Ого, нифига себе, там типок степка. Опа! Откуда это я вышел-то? Чё-то назад не возвращусь никогда, походу, да? A, B, C. 1, 2, 3. Приветики. Так-то, блин, сенса высокая, в принципе. Ладно. Опа! How do I get out of here, Ricky? Oh, haven't a clue. Never come down here myself. Why? What's got your overalls in a knot? I'm trying to get to the roof. Ему надо что-то подняться на крышу, походу. Это звучит очень плохо, короче. Непрофессионально, типа. Это моя работа, говорит. Что, что? Я сейчас буду снова прятаться, говорит. Мне надо на крышу подняться? Время? Непонятно, о чем мне говорят. Честно говоря. Окей. Кто-то, короче, что-то там сумасшедший, что-то там. Какие-то куда прятаться? Куда прятаться? Куда-то прятаться, короче. Я не знаю. Не нужна помощь. Лифт какой-то. Что-то, короче, заржавело везде, кабеля какие-то. Ого. Ого, он типа, нифига ты какой жесткий вообще работник, говорит. Вот это смотри, что, чтобы было все отлично. Ой, тупые куклы. Ладно, ладно, все, магазинчики закупаем. You have map, you don't have map. У меня нету карты, да? Так, а что у нас тут? Вау! Куда это ушел? А надо было туда идти? А я, да, короче, не... Это локот. А давайте назад на всякий случай. Я не знаю, куда я пошел, короче. Здесь очень громко, кстати, да, но... пусть будет. Пусть будет, короче. Давайте сюда отойдем. Угу, на всякий случай. Вдруг я уже куда-то... Видели тепло, да? А, лови, какашка! Ну что, поймал? Раз голова! На голова! Три голова! Сколько его стрелять? Что? О, а как перезарядку сделать? У меня нет, короче, на... Тейп, лента. Я его связал, зачем? Так, зачем его связывать? Так, ладно. Инспект. Вау, какая-то шоколадка, по сути, магазинчик, да? Так, окей, давайте дальше. Я пока не могу понять. Стейдж, этаж, что этаж вниз куда-то? Что, и тоже свяжем? Ладно, давайте пока оставим. А как вообще посмотреть? А, во, смотрите, это у меня деньги какие-то. Это что такое, магазин? Вот это просто магазин? Это хилка, походу. Ладно. Я страдаю с какими-то, знаете, непонятными... какими-то буквами, что ли, что-то не могу понять. Представляете, конечно, интересно. Давайте дальше.
Вау, ты где? Эй! Кто здесь? Что? Кто? Что? О! Ого! 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 И что делать? Что делать-то хоть с тобой? Какие-то... Какой-то сценарий. Рики говорит то, Рики говорит этот. Короче, ладно. Это нам неинтересно. А, типа я могу прочитать, да, здесь? Окей. И что делать? Что мне делать с этим? Я вообще туда пошел, нет? Так, давайте назад. Мышка, ты чё, ёпта? Привет, мышка. Видели, да, типа? Я, короче, походу не туда пока пришел. Али, вот, стоп. Какая-то здесь хрень есть. Опа! А, нет, смотрите. Вроде работает. Опа! Что за хрень, говорит? Что происходит? Нифига себе, типа поймали, да? Просто в трубу засосало. Так, давайте дальше посмотрим. Так, труба, труба. Че за хрень? Какой-то квадрат один, потом какая-то VR. Помните, как в этом, в интернет-симуляторе, да, VR этот шлем? И вставляете его куда-то в магазин. Походу так. О, кстати... Looks like part of it's missing. А чего-то не хватает. А, типа, какую-то хрень одеть. Одеть хрень на вот эту фигню, что ли? И что будет? А потом... А потом куда-то его вести, да? А куда я вести его? Куда ее вести? Куда вести? Куда-то одеть? Куда-то что-то одеть? Тут что-то можно найти, наверное? Давайте ее найдем. О, магазинчики. Так, молотки не нужны. Я бы молотки бы с собой взял. Опа! Ой, мышки, ну-ка! Ха-ха-ха-ха! Ого! Ну-ка, давайте пошли отсюда. Они не погибают, что ли, вообще? Так, мышки, ну-ка идите нафиг отсюда. Ладно. Все, я пошел отсюда. Так, вроде бы мы с вами все сделали, да? Типа мне какую-то фигню надо найти сюда притащить или что? Ну ладно, пойдем искать. 42 патрона, нифига себе. Перезарядки, я не знаю, как мне перезарядку. А карту, где есть карта? Тут написано, на R нету карт. Don't know how map. Тут должна быть карта, что ли, какая-то. Да хватит! Как целиться-то? А, правая кнопка? Чи! Давай, хоп, 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 бам, бум, бам. Уху! Кто такой? Пошел отсюда, ёпта. Вот этот тип, короче, схватил того типа большого, да? Перезарядка, походу, не работает. Такое ощущение. Так, давайте куда-то мы спускаемся. А, мы снова туда вернулись, да? А там что было? Там тоже какой-то выход есть. Не, давайте сюда. Я понял, короче, что мы сделали. Мы с вами нашли... Так, этого типа... Такие громкие-то, ёпта! Уху! А, ты чё, за мной бежишь? Нет, 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 уходи. Блин, они такие смешные, это пипец. Он так смеялся, я аж испугался, блин. Ладно, давайте магазин сюда. Так, проверим, что у нас по состоянию. Ну, вроде норм пока. Так, давайте смотреть, что здесь происходит вообще. Ой, ужас какой. Опа, какая-то раздевалка от чего-то. Раздевалка. Ух. Нифига себе, там сидел какой-то тип, да? О, металл, вот она.
Вот мы ее нашли. И она же, да? Ну да, вот она, эта штука. Какая-то. О, хилка. Тейп сюда. Локет закрыто. Ключи есть какие-то? Шляпу давай, одевай. Нельзя. О, магазинов. Миллион. Магазинов миллион. Что-то гуляю под дом, что-то там, что-то shoot day, стреляет что-то. Айм, я чувствую небольшую, что-то там, там, хорошая улица, вместе ночью, эго, идем. Так, еще, Виолент каждый день, короче, по Виоленту, короче, да? Only еще safe place is night. Какие-то соседи, короче. Одни соседи гуляют, походу. Мистер что-то там. Ладно, Джулия, спасибо. Молодцы, короче. Каждый день соседи видит. Гуляют они. А мы там смотрели же, да, все, да. Let's go. Туда сейчас пойдем, все это прикрепим. О, тут эта хрень. Офигеть. А здесь чё? Welcome, welcome! Пошёл оттуда, блин! Патроны! Как классно они отлетают вообще. Блин, какой он страшный. Не, я иду туда, короче, эту фигню вставлять. Это закрыто. Так, смотрите. Пойдем сейчас, вроде, вставим эту фигню туда. Я хрен его знает зачем. Не понимаю пока. Пошел отсюда. О! Я их сейчас закрывать буду вот так вот. Лежите вот так вот, короче, потому что вы будете мне мешать. Ты не устал еще? Не устал, бро? Ага. Да-да-да. Да-да-да. О, конечно, каждый день, братишка. Ой-ой-ой-ой, спасибо. Be slow, освободи меня. Освободи меня, пожалуйста, если хочешь, чтобы я с тобой погулял. Да-да-да-да-да. Освободим тебя потом. В следующей жизни, когда я стану Человеком-пауком. И? О, есть. Вау, забрал. Так. Чё? Чё происходит? И чё? А могу? Может, Рай это сделал? Да кто его знает? Нет! Чё, блядь, вы чё? Стрелял, да, блин! Чего-то миллионы их, миллион! Беги! Ебать, вообще миллион их там. Уй, офига, я испугался вообще. У нас патроны-то остались хоть, нет? Ууу, видели это толпу вообще просто? Офигеть просто. Вы чё, мне пугаете? Блин, что интересно там говорит мне вообще, да? Опа, мы где находимся? А, вот она машина, по-моему. Которую там что-то вставляет, да, сверху? И чё? О! Ого! Офигеть! И? Дальше? Чё делаем? Чё делать?
Че это такое? Че, все мы сделали что-то? Что-то 3:10. А, типа перевести как-то, что ли, время? Как переводить? Так, здесь что не... Сначала ходи... А, здесь, походу, на 7 надо, да? Здесь на 10. Здесь на 3, да? И чё, как? Так, давайте сейчас подвигаем что-то тут. Можно что-то двигать? О, так у меня получилось, смотрите, сделать. Прикиньте. И как я это сделал? Вообще, смотрите, ровно стало, прикиньте. И как? А что, на втором этаже есть что-то? Там мы почекаем, что тут вообще происходит. Опа! Так, магазинчики. Или что это такое? Так, это оружки, да? А, ну все, это патрончики, да? О, карта. О, take base map. Давай. Конечно, братишка, давай. Air, open your map. Оу. Видели, да? I believe that it's now. Окей. Вау, карта прикольно нарисована, смотрите. Как будто реально нарисовали, да, ее? Вообще классно сделали. А где я нахожу? Где я нахожусь? А, во. Вот здесь я нахожусь. Окей. Так. Что значит? Что значит? Плюс 2. А! Минус 1 и 0,6. Минус... А, это перевод, короче, походу... Это перевод стрелок, короче. Квадратик плюс 2 дает. Раз, два. Например, треугольник минус 1. Типа минус 1. Нолик плюс 6. Сразу 6. А, это типа... Я, по-моему, догнал, что это такое. Там есть машина, короче. И надо вот так вот, короче, попасть. А, типа квадратик плюс 2. А, треугольник минус 1 дает, походу. И этот плюс 6. Вообще бы мне куда-то записать, наверное, да, бы? Плюс 0, 6, минус 1, 2. Ладно, ладно, попробуем так сейчас сделать. Это что такое? Сейв, сохранение и хил. Давайте сохраним. Давайте сохранимся. Ого, за монетку, короче. За монетку. За монетку сохраняемся. Your рецепт. И чё? Thank you, токен, паблик. Все, нам что-то дали, короче. Ну, пойдемте, мы... А мы там как-то вообще попали, да? Мы на рандоме делали, короче, вообще попали жестко. Так, нам надо что сделать? Смотрите. Здесь троечку сделать, да? Чтобы сделать троечку, нам надо... Минус один. Как нам сделать троечку? Минус 1, 2, 2. 2. 2. Нифига, да? Чё мы делаем ещё тогда? Плюс... Плюс 2, 2 минус... Плюс 2. А, 2, 2 минус 1, да? 2, 2 минус 1. Давайте.
Смотрите. Здесь что получается? 2, 2, минус 1, да, получается, так? Let's go. Оп, эту карточку, короче, туда суем. Давайте. Полетело. Раз. Два. Минус один. Три. Ха-ха-ха. Вот так вот профессиональный геймер делает. Так. Потом что делаем? Десятка. Так. Десятка, десятка. Шесть. Два-два. Шесть-два-два, да? Шесть-два-два. Шесть-два-два. Это нолик. Нолик и две двойки, да? Опа. Давай, карту сюда, бро. А тут как я попал... Вообще, этот... Я на рандоме упал, прикиньте? Как такое вообще может быть? Просто на рандоме сделал карту. Офигеть. Я, короче, вообще не догнал его так. Хорош. Вау. Чё сломалось? Дверь открылась, прикиньте. У нас дверь открылась, ура. Так, а чё за дверь? Вау. 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 Wonder how deep this goes. Deep this goes, yeah. Чё за карта? Pipe room. Ой, туда я не смогу зайти. Так. Deep. Эй, deep this goes, yo. Ау! Ты чё падаешь, ё-моё? А у меня, кстати, знаете, какие проблемы? У меня патронов нету больше. Чё буду делать, как отбиваться? Патрончиков нет. А куда мы идем? В pipe room? Чё, посмотрим. Непонятно, куда я... Где я? Вот он где. Я не знаю, надо сюда идти. Так, давайте отсюда нафиг пока пойдем. Чё-то вообще дофига их здесь, да? Вон туда пока пойдем, сходим. Беги, 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 братишка. Так. Беги, беги, братишка, беги. Ну, блин, такая игра, конечно, интересная. Чё за ход? Рейстейдж. А, я типа... Мне пока сюда, наверное, не надо. Я куда-то плыть буду. Не, сюда, наверное, не надо. Давайте туда. Давайте туда сначала. Там... Это, походу, какой-то переход. Мне туда плыть, наверное, в начало не надо никогда. Let's go, let's go. Ну все, пошла атака сейчас. Вон того типа. А что с тобой случилось? Я не могу ничего сделать, у меня тейпа нет. Блин, а что делать-то? 3-4 патронки. Блин. Не, туда, наверное, не надо идти. Блин, патроны нужны, патрончики. Дайте вот эту патрону, пожалуйста. Я не знаю, что делать уже, все. Пошел, пошел отсюда, дурачок. Мышка, привет. Так, что такое? Нельзя? А. Нету, нету электричества. Блин, я-то не пройду. Сволочь, блин. Забайтесь его! Ай, блин. Патрон нету, все. Это куда ход? Я сюда вышел?
Не знаю. Блин, дайте патроны, пожалуйста. Нет патронов вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет, мышка. Это закрыто. Закрыто тоже. О, патроны есть, ура! Спасибо огромное вообще. Я думал, все, мне джиджи. И кто-то одевает или чё, блин? Раздевал какой-то. Так, давайте. Да нет, ну не, ну хватит уже, ё-моё, ну что? Да. Ха-ха-ха. Welcome, welcome! Welcome! Да блин, сколько ты можешь раз выживать-то уже, ё-моё. Дурачок. Вот надо... Да пошёл ты, ё-то! Да хватит, хватит, пожалуйста! Ой, ужас, я не знаю, я не могу. Это вообще ужас какой-то происходит. Мне не нравится, я боюсь их, они вообще страшные. Френдли, френдли. Ага. Да хрен там-то, блин. А чё это-то есть-то здесь, а? Чё, сейванём? Надо сейвануть. Ладно, делаем сейв. По-любому. У меня нету денег? У меня нету денег, вообще. Мне даже сейвануться даже не могу, да ё-моё. Что так сложно-то все, а? Типа, ты что, спишь или что? Все, отдыхает у нас. Вау. Так. Ага. Не надо, не надо. Ладно, или что, открываем все-таки? У меня одна патрон, а у меня 7 патрон. Что-то интересно, короче, что-то там. Где-то, короче, что-то интересно. О, ключ есть. Вау, есть ключи. Инспект. Странный какой-то бокс. Что? Что? У меня есть ключ какой-то. Вот этот ключ. Ключи. А, вот эти квадратные мелкие. Мелкие квадратные, они что, он или только одно откроют? Квадратные мелкие. Это не откроют? Локет. О, вот этот, смотрите. А, я понял, короче, на третью штуку поставить, да? Сердечко на третью штучку поставить. Понял. И что? И что, откроется что-то? Не понял. Вот это что? И что? А, смотрите, что-то... Какие-то крестики появились. А, где находятся, короче, вот эти штуки? Вот там я открываю... Взял, забрал, и что дальше? Мне все, все брать? А, вот зачем плыть. А, вот зачем надо было плыть, если что, сюда прибегать. Это где? А, это у себя прям где-то. Это у меня, где я сохраняюсь. Сохранился. Надо туда сбегать. Сейчас туда сбегаем. Я понял. И чё? А где там? Или там все ящики есть такие? Короче, будем разбираться сейчас, пока непонятно. Ладно. Ладно. Ну ё-моё, ну сколько у вас там миллионы? А эти патроны кончат, что мне делать? Что это? Это какие-то еще патроны или что? У меня шоколадка есть, если чё. Может похавать ее или чё? Я похавал. Ой, я начал быстро бегать. Вау! Как я быстро... Welcome! Вау! Ай, блин!
Я не открываю эту хрень! А, я не сохранился, да? А чё мне? Блин, я понял, короче, всю схему. Ну, меня захавали, короче, там, где не надо, да? Так, чё мы сделали? Мы открыли какую-то хрень, да? Ага. Сейчас удостоверимся, да? Давайте удостоверимся. Чё у нас там есть? Здесь... Что-то есть? Снизу, что ли? Здесь, по-моему, ничего нету, да? А, тут должно было бы что-то быть. Вот здесь что-то? А, вот оно. О, денежки есть. Я не взял что-то. Прикиньте. Все, идем, короче. Все, идем ключик доставать. А, идем сейчас ключик доставать. Let's go. Так, мне как-то патроны надо. Я понял, батончик... Я батончик хаваю, быстро бегаю, короче, вот так. Понял, слишком жестко. Так, давайте. Гау, дис. Туда не надо, налево надо. Понял, давай. Да. Да. Френдли. Да я френдли всех, ёпта. Так, давайте сейв дадим здесь, сейв. Все. Есть, мы засейвили, классно, хорош. Нам дали токен какой-то. Так, быстренько. Оп, что? Еще магазины. Хорошо. Надо, короче, чекать вот эти все моменты, потому что здесь оружие, всякие вот эти... всякие штуки валяются, да? Здесь ничего нету? Все? А то без магазинов как-то очень тяжело играть, реально. Все, бежим туда. Бежим. Че, блин? Ты что ли там стучался, дурачок? Так, это мы забираем, короче. Это мы тоже забираем. Все. Не стрей, нормально, бро. Я, в принципе, разобрался. Так, смотрим здесь. Раз, два, три. Стоп, а это что слева? Нормально все? Хорошо. Забираем, бежим туда. Побежали, братан. А, мы будем, короче, все сюда ставить. Мы собираем сейчас все и будем ставить все сюда. Это на третью. Понял. Ага, let's go. Бежим. А как понять, что я... Ха-ха-ха. Надеюсь, я сюда пробежал, я не знаю. Не сюда. Так, как мне того попасть-то, ёпта. Так, на другую сторону надо было идти. Так, прям ровно на другую сторону. Вон туда, вперед. Вот там открыто, закрыто. Хорош, вообще четко, да, на тоненьком прошел. Здесь что-то. А, вот оно, смотрите. Хорошо. Так. Это на первую штуку идет. Окей. Пусть так. Вот такой идет на первую штучку, да? Угу. Так. Мне еще хватит потом. Ну ладно, мы что-то придумаем. Короче, будем сейчас все, наверное, собирать. Потом прибежим туда. А, что предлагаю сделать? Наверное, сейчас прибежать сюда, поплыть.
Забираем вот эту, потом вот эту и бежим. Да? Плывем? Плывем. Окей, let's go. 100 патроны. Вау, здесь мы не забирали, да? Здесь мы ничего не забирали, типа. Хорош. Всё. Так, ну вообще я хочу пробегать. У меня сейчас шоколадка есть. Сейчас еще схаваю. Нет, шоколадки нет. Блин, шоколадка классная штука, да? Блин. Блин, не страшно вообще. А что-то говорят? Говорят, sometimes. Будем плыть, будем плыть. Походу, так специально сделано, чтобы я поплыл, да? Ладно, ладно, ладно. Не надо, не надо! Нет, 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 нет! Нет, 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 я не хочу вашим другом быть. Я не хочу быть вашим другом. Так, что здесь есть? Давайте посмотрим, что вокруг здесь есть. Патрон нету, да, вроде бы как. Помоечки есть что-то? Что-то есть вроде. Да? Ну нет, вроде. Ладно, let's go. Плывем. А чё он сразу не поплыл, да, к себе домой, да? Чё он тут остался, блин, собирать эти всякие штуки? Так, let's go. Так, что здесь такое? Это хил. Нет, хил мне не нужен. Так, кассеты нужны? Опа. Окей. Что здесь написано? Ничего не написано. А если было бы что-то написано, я бы не читал и не понял бы ничего. Unlock. Я открыл. А что открыл? А, ну вот. Смотрите, я почти тут. Я почти здесь. А это что где? Ну, хз, я не знаю, туда попаду, нет, еще как-то. Надо сюда попасть. Воу, это что, штука? Воу! Поменять оружие 1-2. Вау. Вау. Ну и что, чуваки, теперь я-то вас бояться точно не буду. Инспект. Я хз, короче, какой-то офис ночной. Берем pipe from freezing. Что-то заморозка, что-то там сдерживать. Что-то, короче, время работать. И потом мы еще будем выполнять какие-то объекты. Красивые флешки кидаем на лонг. Потом специальные эффекты. А что-то там я там вместе... Is это с ним Simit, have fun. Короче, просто фанимся, летаем в квартире и по-настоящему консервы хаваем. Короче, ладно. Все. Вы поняли, да? Let's go, короче. Шикарно. О, тейпа берем. Big baby tape. Так, что бы выкинуть? Big baby tape. Ладно, ничего не пока не выкидываем. По одной патроне, да? Хорошо. Ну, короче, классное место. Мне нравится здесь. Прям хочется... Не хочется никуда уходить. Вау, а нет, сюда. Так, будем понимать то, что здесь патроны, да, есть? А патроны, кажется, вообще до хера. Теперь. Теперь я заряженно выхожу на бой. Может, нам хилку одну использовать? О, пойдем сейчас заберем патроны. Или чё? Да, let's go, заберем патроны сейчас, если чё, выкинем потом. Вот это, хотя бы так. Все, вот так пойдет. Ну да. Перезарядки не знаю, кнопки перезарядки не могу найти. Непонятно. Так, let's go. Так, куда мы попадаем? Куда же мы сейчас попадаем? Ну, только сюда идти. А, во-во-во. А-а-а, я помню это место. Помните, да? Ого, там у нас певец какой-то оказался. Ну что, ёпта. А как этот... Вау!
Не понял, а ты чё? Нифига меня. Ты чё, меня байтишь? Ты чё, байтер? Меня забайтили, смотрите, он просто стоит и всё. Типа он на ты... Я же кого-то тейпанул, вот так вот сделал. Биг бэйби тейп сделал, короче, упал и всё. Блин, они меня забайтили на этот, на эту купу. Ну всё, да, здесь что-то здесь было, да? Вот. Так, ладно. Это, короче, смотрите, на второе место. Нету места. Блин, а что делать? Выкидывать что-то? Что же можно сделать? Биг Бэби Тэпа выкинуть? Максимум, да? Давайте патроны тогда выкинем. Ладно. Ладно, давай сюда. Так. Ой. Не падай, не падай, братишка. Тебе еще доживать. Бежать, доживать. Так, нам еще одну забрать. Да пошел ты, блин, заголевал. Вот здесь. А там чего, я не могу понять. Там же, по-моему, ничего не было. Ну, бежим, бежим. Да-да-да. Закрыто. Так, ладно. Old Mike, old Mike. А, где мы? Так, хорошо. Идем. А, я там, по-моему, вообще не был, да? Вроде как, я там еще не был. Тут что? Тут что? Ничего, да? Или было? А, там что-то было, наверное. Давайте сюда. Да, я думаю, сюда надо идти. Нет. Закрыто с другой стороны. Не надо. Ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Я что-то перепутал, да? Да пошел ты, блин, отсюда. Заколебал, блин. А, не, все четко, все четко. Потом налево надо пойти. И? А? Тоже в тейпе? Ты тоже тейп? Биг бэби тейп? Да. Походу, это, короче, тейпанные все, которые, короче... Я понял. Стоят, которые непонятно что делают. Это тоже тейпан, по-моему. Вот это баги, да? Хорошо. Я не знаю, сюда пойду, нет? Ну да, где-то здесь. А что здесь-то? Я не могу найти же ничего здесь. Ну, потом сюда захожу, и чё? А, вот он, точно. Это на третье, да? Ну все. Тогда мы сейчас с вами что делаем? Что-то выкидывать, наверное, надо будет. Одна хилка, что ли? Жалко вот хилку выкидывать. Нет, давайте тейпа тогда выкинем. А, мы сейчас что-то переделаем. Мы сейчас что-то мов дадим сюда. Бу. Вот это вообще заход. Ни на запад, ни на вход. И я иду, как будто продал свою мать, продал. У-у-у. Вот это была бы песня моя, да? А, здесь можно, короче, наверное, что, сейва дадим? Сколько у нас монеток? У нас дофига монеток. Я думаю, сейва дадим сейчас. На всякий случай. Чтоб нам не поломали. Попутчик случай не поломал нам что-то. Попутчик. Попался нам добрый попутчик, да? Ладно, let's go. Так. Ну прикольно, мне нравится, как здесь оружие так прям двигает. Пошел ты, блин! Я готов с вами воевать уже, все. Уху ты! А ты хавал, но вспомнил сегодня, понял? Козел, блин. Вау, 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 вау. Нет! Да, да.
Да, это было легко. Это было легко. Да. Я тоже видел такие моменты, бро. Я вас всех положил вообще на изи. Вон там валяется уже. Все. Так, let's go. Блин, мне еще потом надо снова будет их стрелять. Зачем я все перестреливаю? Так, let's go. Сейчас мы вспомним, да? Мышка, привет. Ты меня не будешь хавать? Не хавай мой нос, пожалуйста. Так. Это сюда. Это сюда. Открыто. Справа. А слева нет, да? Справа открыто. Sometimes we would swap our arms, then we would swap our legs. One by one, each piece was swapped, and then we were back to normal. That's what friends are for. They give you wow. Fingers to и? Use. А. А, я помню одну фигню. И чё? А, мне не хватает места. Там что, на три места как-то? Ага. Пошёл отсюда, дурачок, блин. Зачем я это сделал? Побежал за мной, дурачок, захватил. И чё, где ты сейчас оказался? Может тебя тейпануть? Оба дроны, хорош. На этот? Вау. Шикарно. У-у-у! Так, что делаем дальше? А, где мы находимся-то хоть? Где мы сейчас находимся? Вот здесь. Я плыву куда-сюда? А-а-а. Порезать. А, помните, где мы не могли порезать? И куда это? Плыть надо по-любому. Ну ладно, let's go, поплывем. Чайник нужен нам? Тарелки какие-то нужны? Так, собирать, наверное, не будем. Я не знаю, надо ли нам плыть? Сейчас подумаем. Надо подумать, надо ли нам плыть вообще. Надо сейчас помнить, где мы с вами видели вот эти всякие решетки, да? Не понял, куда я поплыл. А, вот сюда. А, здесь где-то было, да. Где-то здесь. Где-то здесь было... это фигня. Точно, точно. Где-то здесь. Надо вспомнить. По-моему, где-то здесь. Сейчас вспомним. Вон там, да? Вон там, с той стороны. Не зря мы плывем. Во-во-во-во, есть, ура, я вспомнил. Вау. Ёпта, ну что, чуваки, тут чё? Чё? Секрет. Чит unlocked? Чё? Какой чит? Эй, какой чит? Я читы включил какие-то. Какие читы? Вау. Ну, let's go, чуваки. Сейчас читы будем, с читами будем катать. Ух. Не, ну игра такая смешная. Давайте можно поржать. Постреляться, поржать. Hey there, John Hare. Привет всем, чё-то John Hare. Так. Thank you very much for playing this demo. Спасибо большое, то, что поиграли в эту демо-игру. И насладились типа разработка, прогрессии, фантастика, Stickle the Weimore, еще типа будет продолжение какое-то, да? If you did enjoy it really... Так, over in on Steam. Короче, что-то такое будет в Steam, походу. Долгое время мейкинг
Что-то там, to life. ХЗ, короче, check it out. Короче, проходит, короче, еще, наверное, полная разработка будет игры, в общем, да, чтобы мы могли потом в Steam ее скачать. Читы, моды. Спидран мод. Камера мод. Infinity Royale DTX. Ветеран так, сложность ветеран. Длинные армс. Читы, смотрите. Вау. Короче, можно еще раз пройти с читами, походу. На малек, на малек. See you soon. Ууу, тут ты стули лули лули ля лила. Улищен дала. Улищен дала, бала-бала. Ну ладно. Так, ну игра, в принципе, прикольная, могу сказать то, что есть в ней какой-то интересный такой, блин, она может даже быть реально страшной, потому что когда люди бегут на тебя, и ты такой не понимаешь, чего они там орут, чего кричат, типа, вообще ждем, наверное, полную уже версию и будем уже проходить, я думаю, в следующий раз. Огромное всем спасибо за просмотр данного ролика, не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал, да, в описании будет, наверное, еще много-много-много-много всяких плейлистиков. Заходите и смотрите еще ролики, да. Всем до встречи, всем пока.